Новые автобусы транспорта Верхневолжья вышли еще на один маршрут в Твери. 27 февраля автобусы среднего класса вышли на 7-й маршрут. Это улица Зеленая, микрорайон Радужный. Маршрут сохранится практически без изменений. Путь следования меняется незначительно, лишь на участке в Ближнем Заволжье. Вместо участка Комсомольского проспекта и улицы Коноплянникова от нового моста автобусы будут поворачивать на улицу Горького, следовать до площади Мира, сворачивать на улицу Мусоргского и уже с нее выезжать на улицу Красина. Заявленные интервалы движения автобусов до 15 минут в пиковые часы. В будни первый автобус будет отправляться в 6:30 утра. Расписание движения автобусов уже доступно на официальном сайте перевозчика. С запуском 7-го маршрута все контрольные службы ГКУ «Организатор перевозок» и компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» будут введены на маршрут для оценки вместимости автобусов и пассажиропотока. Все замечания будут фиксироваться и по итогам анализа, если потребуется, будут внесены изменения по количеству подвижного состава, интервалам движения и расписанию.